Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения воздушного судна. Напомню, трагедия произошла в субботу. Легкомоторный самолет с пилотом и пассажиром на борту вылетел в Рыбинск из аэропорта Мечково Раменского городского округа. На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что в момент, когда самолет пролетал над Новорязанским шоссе, из него повалил дым. За штурвалом находился ведущий федерального телеканала Александр Колтовой. По словам очевидцев, он до последнего старался увести самолет подальше от жилых домов и автомобилей. Также видно, как, находясь на небольшой высоте, самолет резко снизился, ударился о землю и загорелся. Пожар был ликвидирован в течение 20 минут с момента прибытия первого пожарного подразделения. Но, к сожалению, пилот и пассажирка самолета погибли на месте. И вчера уже закончены были мероприятия на месте. Обломки были извлечены и отправлены на экспертизу для выяснения причин катастрофы. Среди причин трагедии следствие рассматривает две основные версии – неисправность двигателя и ошибка пилотирования.